Здравствуйте, мои дорогие, рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Как всегда, хочу попросить вас поддержать мой канал. Поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий под любым из роликов. Ну а мы, собственно говоря, начинать. И сейчас у нас прогноз на 6 сентября 2020 года. Приятного вам просмотра, поехали! Овен. Для овнов день поделен на два контрастных периода. Опасно и травматично утро. Пока вы действуете под влиянием вчерашнего настроя, не стоит поддаваться минутному импульсу. Это тупик. После полудня ждет новый вираж событий, вероятны творческие, финансовые и любовные перемены. Могут найтись деньги на развлечения, креатив, игру, свидание, на выплату долга, на детские нужды, возможен подарок или обновка. Любовный гороскоп для Овна. Звезды подсказывают Овнам, что вам в этот день желательно отложить все дела и посвятить досуг отдыху и развлечениям. Выберите место, которое нравится вам обоим, и вдвоем отправляйтесь туда да поскорее. Если вы пока не встретили вторую половинку, не старайтесь произвести слишком сильное впечатление на окружающих. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день звезды не советуют Овнам заниматься подготовкой финансовых и иных отчетов. Работа с цифрами может осложниться из-за того, что некоторые сведения могут оказаться недостоверными. Отношения с вышестоящим начальством также могут негативно отразиться на уровне вашего дохода. Кроме того, будьте осмотрительнее при совершении покупок. Телец. Утром тельцы рискуют наломать дров с чужой подачи или по собственному почину. И хотя они вырвутся из ловушки, будет нанесен урон их делам, здоровью или вере в людей. К полудню сменится ваш настрой, появятся новые прихоти. Возможно, волнение, легкий шок, любовный или домашний сюрприз. Новые условия продиктуют вам другой имидж, новые вкусы или крупные траты. Появится шанс реализовать отложенный каприз. Любовный гороскоп для Тельца. Если события этого дня подставят перед вами данную проблему с личной жизнью, сейчас вы можете решить ее с помощью мудрости и душевной чуткости. Одиноким Тельцам звезды советуют не терять здравого смысла, если сегодня вам сделает признание потенциальный партнер. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня у Тельцов не самый лучший день для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Сделки, которые вам могут предлагать заключить, могут оказаться на невыгодных для вас условиях. Кроме того, это не лучшее время для деловых свиданий с целью согласования действий и сотрудничества. Близнецы. Сегодня жизнь близнецов украсят нотки позитива. Наметится цепочка приятных моментов. Пространство для работы или игры задано заранее, но вы легко найдете в нем поле для разминки, развлечений и креатива. Откроется шлюз для вашего творчества, спортивной или деловой активности. Найдется стимул к общению, флирту, поездкам, светской жизни, к поиску модных аксессуаров и оригинальных стильных новинок. Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня многие близнецы могут заняться обдумыванием дальнейших перспектив отношений со своей пассией. Если выводы вас не слишком обрадуют, не раздумывая, обратитесь за поддержкой к друзьям или хорошим знакомым. Одиноким близнецам звезды советуют отбросить сомнения в успехе. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня звезды советуют близнецам воздержаться от проявления инициативы в бизнесе. Дело в том, дорогие мои, что вы не всегда сможете предвидеть материальные или финансовые последствия от тех или иных своих поступков. Поэтому вы можете допустить ошибочные действия, которые приведут к убыткам, причем крупным. Офисные служащие могут испытывать неудобства на рабочем месте. Рак. До полудня ракам стоит воздержаться от целенаправленных действий и бурных реакций. Любой выплеск энергии даст негативный результат или побочный эффект, навредит здоровью, карьере или отношениям. Вторая половина дня сулит семейные и партнерские новости, материальные сюрпризы, подарки от друзей или детей. Не исключены внеплановые развлечения и непредвиденные траты, интерес к новым нарядам или блюдам. Любовный гороскоп для рака. Не исключено, что сегодня вам удастся понять скрытые мотивы людей, которые заинтересованы в разрыве ваших отношений. Поделитесь выводами с любимым человеком и постарайтесь не поддаваться на провокации. Одинокие раки легко просчитают
наперед любую ситуацию. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день поведение раков может быть ограничено, и вы не сможете действовать в свободном режиме. Возможно, это будет связано с ухудшением самочувствия, либо вам придется работать в заведомо невыгодных условиях. Сейчас вам будет сложно заранее просчитать экономический эффект от тех или иных своих инициатив. Лев. Львам день несет приятную перемену. Новая страница ждет в любви, творчестве, дружбе, денежных делах или карьере. Естественным спутником новшества или его причиной может стать находка, смена окружения, обновка, подарок или оригинальный комплимент, а также неожиданное известие или предложение, новая диета, свежий стильный акцент в облике или внеплановое развлечение, свидание, визит в гости, театр или ресторан. Любовный гороскоп для Льва. Звезды подсказывают, что сегодня Львы вспомнят свои несбывшиеся мечты и начнут активную деятельность для их воплощения. Постарайтесь убедить объект своей симпатии, что помощь партнера вам необходима. Если вы пока одиноки, постарайтесь воспринимать ситуацию менее эмоционально. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Звезды советуют Львам не принимать участие в коллективных мероприятиях, направленных на тайный сговор против кого бы то ни было. Помните, что все тайное обязательно в скором времени станет явным, и не стоит рисковать своей деловой репутацией ради каких-то там сомнительных делишек. В конце рабочего дня не следует вкладывать деньги в сомнительный бизнес. Девы. Удачный период стартует для дев с середины дня. Утром лучше ничего не предпринимать, можно угодить в тупик или в опасную ловушку. Во второй половине дня хорошо настраиваться на новый стиль общения и уточнять изменившийся вектор интересов. Смена акцентов возможна в финансовых делах, в партнерстве, дружбе, сфере переговоров. Могут частично измениться любовные, творческие и эстетические приоритеты. Любовный гороскоп для дев. Звезды подсказывают, что именно сегодня девы вспомнят свои несбывшиеся мечты и начнут активную деятельность для их воплощения в жизнь. Постарайтесь убедить объект вашей симпатии, что помощь партнера вам необходима. Ну а если вы пока одни, постарайтесь воспринимать ситуацию менее эмоционально. Гороскоп карьеры и финансов для дев. Девам сегодня не следует ожидать каких-то приятных сюрпризов от работодателя, типа выплаты премии или иных других денежных поощрений. Старайтесь строго исполнять график работ и не выходить из запланированных сроков. Не исключено, что обстоятельства внезапно поменяются и вам придется в срочном порядке вносить коррективы в ваши планы. Весы. Сегодня весы заинтересованы в контакте со своим близким или дальним окружением. День позволяет поддерживать параллельные связи, играть на нескольких площадках одновременно. Узкое место дня – мелкие ловушки, скрытые помехи и погрешности. Возможно, досадные осложнения в поездках или на прогулках при попытке получить услугу или медицинскую помощь. Может подвести помощник, сервис, инструмент или даже лекарство. Любовный гороскоп для весов. Весы. Есть риск попасть в состояние психологической зависимости от объекта вашей страсти. К сожалению, это может лишь окончательно запутать ваши взаимоотношения. У одиноких весов общение с потенциальными партнерами будет носить поверхностный характер. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Весам необходимо взвешивать каждое свое слово и в деловых контактах тоже. Сегодня в первой половине дня старайтесь никому ничего не обещать. В контактах с людьми не будет стабильности и обязательности, поэтому некоторые договоренности могут срываться, принося убытки. Особенно это относится к торговле и работе с важными документами. Скорпион. Сегодня скорпионам не помешает удвоить внимательность в финансовых и деловых вопросах. День несет нестабильность, искушает нечестными методами действий. Удача случайна, симпатии непрочны. Возможно, утечка средств, нежелательны лишние риски. Не самый подходящий момент для любовных авантюр и попытки монетизации своих талантов. Имеет смысл отказаться от платежей, сделок, игр на бирже и даже от обмена валюты. Любовный гороскоп для скорпиона. Возможно, скорпионы задумаются о завершении отношений с партнером или столкнутся с проблемой измены. Крепкие пары справятся с испытаниями, преодолев искушение пофлиртовать на стороне. А вот одиноким скорпионам придется тщательно скрывать свой романтический интерес.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Если Скорпионам приходится работать с техникой и механизмами, то сегодня вам, возможно, придется столкнуться с техническими сбоями и даже серьезными поломками. Не исключены и иные неожиданности, из-за которых вам придется заниматься не теми делами, которые вы планировали изначально. Воздержитесь от освоения новой техники, ведь возрастает вероятность аварийных ситуаций. Стрелец. Сегодня сильной стороной стрельцов должна стать дипломатичность. Не мешает дополнить ее креативным образом мысли и нестандартным чувством юмора. В отношениях необходим динамический баланс интересов. В сложных, запутанных и опасных ситуациях рекомендуется добавить к этому миксу такие качества, как скрытность и изворотливость. В любом случае, лучше избегать физической и психологической агрессии. Любовный гороскоп для Стрельца. Стрельцам, которые дорожат своим союзом, сегодня стоит избегать принятия важных решений. Для одиноких Стрельцов день может пройти под знаком прошлого, тех отношений, которые имели место какое-то время назад. Велик риск повторно совершить те же самые ошибки. Так что берегитесь этих граблей. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Для успеха в делах Стрельцам необходим трезвый расчет, упорство и трудолюбие. Однако сегодня вы не склонны будете действовать последовательно. Особенно это относится к утренним часам и первой половине дня, когда эмоции будут давлеть над разумом и вы можете поменять свои решения. Старайтесь воздержаться от принятия решений, влекущих необратимые последствия. Козерог. Козерогам сегодня лучше отказаться от любого намека на авантюру и от активного участия в решениях чужой проблемы. Нежелателен контакт с иностранцем, со случайными людьми и сервисами. Яркие впечатления, которые вы получите, несравнимы с тайным или явным ущербом, который будет вам нанесен в процессе или в результате такого приключения. Не рекомендуются точно ювелирные работы и лечебные процедуры. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня некоторые Козероги могут почувствовать неладное, и хотя у вас нет прямых доказательств измены любимого человека, астрологические влияния заставят вас задуматься о возможности адюльтера. Свободные Козероги, скорее всего, будут склонны к беспорядочным сексуальным связям. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Если Козероги не чувствуют уверенности в каком-то деле, то и не надо за него браться. Сегодняшний день пройдет сложно для тех, кто работает по найму и занимает подчиненное положение. Не исключены дисциплинарные взыскания, штрафные санкции. Не опаздывайте на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места. И тогда день пройдет более-менее и ничего вроде бы. Водолей. Сегодня водолеи могут позволить себе романтику и мелкие приключения, особенно в компании с другими людьми. Они будут безопасными, если вы не станете переходить границ, которые сами себе и установили, а также не начнете в угоду моменту предавать свои собственные базовые принципы. Важно избегать сложных друзей и случайных симпатий, способных втянуть вас в сомнительную авантюру или в убыточный проект. Любовный гороскоп для водолея. Свободные водолеи сегодняшний день посвятят поискам отношений с перспективой на постоянный союз. Водолеи, находящиеся в долговечном союзе, могут попасть в глупую ситуацию из-за банального непонимания друг друга. Поэтому стоит удостовериться, что вы с Пассией адекватно понимаете друг дружку. Гороскоп карьеры и финансов для водолея. Не всякое новое дело может пойти водолеям во благо. Сегодняшний день неблагоприятен для начинаний и всевозможных усовершенствований. Не надо трогать и пытаться улучшить то, что пока работает и без вас. Сегодня в полной мере оправдывается поговорка о том, что лучшее – это, конечно, враг хорошего. Отдайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется огромнейший опыт. Рыбы. Рыбам стоит отказаться от важных решений, а в текущих делах удвоить самоконтроль. Вашим главным врагом может стать собственная импульсивность, чувствительность, нестабильность. Вдобавок, этот день способен обратить ваше достоинство в недостатки и пробудить в вас худшие качества. Ну, например, скрытые качества, которые вы никогда бы не хотели, чтобы они всплывали на поверхность. При этом вы рискуете сами пострадать от своих деловых, любовных или даже семейных манипуляций. Любовный гороскоп для рыб. Семейные рыбы в этот день могут попасть под влияние ревности к своей второй половинке. Если ваш союз не выдержит накала ссор и страстей, то перед вами может встать вопрос о расставании. Одинокие рыбы могут пережить скоротечный, но очень бурный роман.
Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня в первой половине дня у рыб неблагоприятное время для контактов с начальством и ведения переговоров со своими деловыми партнерами. Если вы ведете конкурентную борьбу, то сегодня она может обостриться. К концу дня вас ждет приятный сюрприз, который поможет вам справиться с делами. Возможно, работодатель поощрит вас денежкой какой-нибудь, и все у вас будет отлично. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.